Друзья, я часто рассказываю вам о своей коллекции. Вы, наверное, уже поняли, что где-то половина у меня разных гибридов и культиваров, а половина – это природные сорта, которые я искренне пропагандирую. Вот, например, этот эониум москайский. Эониум москайский отличается своими блестящими, плотными, серо-зелеными розетками с красной каемкой и ресничками по краю листа и ярко выраженной полоской посередине. В летние месяцы москайский становится практически фиолетовым. Но, к сожалению, этим видом мы сейчас с вами можем наслаждаться исключительно у себя на подоконниках и в ботанических садах. А все потому, что на своей родине, в долине Маска, а это деревушка на северо-западе острова Тенерифе, уже признан вымершим. И эониум москайский в долине Маска, к сожалению, не найти. Я обращаю внимание ваше на природные сорта, потому что как бы селекционеры не работали, не изобретали новые, яркие, потрясающие культивары, самый лучший селекционер – это, конечно же, природа.